Привет, ну что, тренировка началась, пару проездов сделали. Если вы видели, что такое Ферополис, это супер маленькая площадка, где очень-очень много стен. Поэтому я полочку, чтобы сохранить ее. А вот это все уже не столь важно, так что вполне вероятно, что расхреначим все. Потому что 50% машин с первой тренировки уже приехало побитыми. Помните, я говорил про кучу расхреначенных жоп на этой трассе, и можно пройтись чуть ли не по каждой машине, и везде есть следы стен. Поняли, да?